Кстати, о зубах. Вчера был в бане. Вот. И у меня зубы свои. Естественно, они... Час их нету. Но те, которые остались, жуют, и я ими доволен. Ничего не вставлял, не вкручивал. Никакие импланты. Не пошел на поводу у современной стоматологии. Потому что я уже немножко в свое время пробовал. Ох, как она портит зубы. Офигеть, то есть что я вот в основном они были испорчены после того, как я обратился к ним. Вот, но в свое время, конечно, надо было за ними потщательнее следить. Но тем не менее, вернемся к бане. Три моих знакомых, примерно моего возраста, старше, чуть младше, все они повкручивали импланты, повставляли эту керамику, металлокерамику. Некоторые уже по три раза, потому что то не приживается, то отторгается, то крошится. А то, естественно, денег требует. Вот. Целая эпопея с этими зубами. Я, вот то, что я имею, я этим доволен. Жую, конечно, это при открытом рте не так смотрится эстетично. Но что имеем, то имеем. То есть обо всем этом надо было думать заранее.